Это сразу уже начало, после раскола начали появляться старообрядческие селения здесь. И вот есть две общины, там вот Ломовская, Войновская, они датируют уже 1659 годом себя, достаточно старые. Вот. Ну а вообще заселение староверов здесь шло там определенными волнами, как в России ухудшалась ситуация, как начинали там закручивать гайки, так шла очередная волна миграции. Ну, большинство вообще выходцев Латгалии, староверов, это выходцы Псковской, Новгородской земли, отдельных других мест. Но основная масса это все-таки Псковско-Новгородские. Ну, естественно, причина та, что Режица находилась на довольно крупной, весьма древней транзитной торговой дороге. Близость, соответственно, границы Псковско-Новгородских пределов. Вот. Ну и третье, то, что сюда под Себеж переселился Феодосий Васильев, основатель Феодосеевского учения. Ну, с Новгородчины также последователи потянулись сюда. Что касается непосредственно Режицы, режицких староверов, ну то первоначально это сельское население в Разокненском бывшем районе, здесь порядка 18 общин существует. И первоначально это было сельское население. С середины 19-го столетия начался достаточно активный процесс переселения в город. И вот здесь в 1859 году на выгонную землю, где раньше жители было выделено земля под старообрядческое кладбище, и вот начал с этого момента, здесь начал формироваться этот комплекс. Первым зданием вот было то, что за вашей спиной, вот это деревянное здание. Ну, оно, конечно, сейчас в построенном варианте, но основа та же, это 1863 год. Ну, строилось оно незаконно, вы знаете, что староверы, в принципе, до 1905 года были вне закона, и строить запрещалось какие-либо строения церковные. Ну, вот. Oh,